Называется Синди. Это 1,8 метра. Это я только... Мышки. Вот такие у нас две мышки. Только Золушки. Туфли. Как из сказки. Твоя любимая рукавычка. Да. Эй! Привет, и настал очередной Новый год, и давайте вместе с вами уже елку наряжать. Наряжать, веселиться и плясать, давай. И первым делом нам надо ее собирать. У меня будет вот так шапка, я буду делать так. В общем, вы поняли, у нас супер новогоднее настроение, и за окном идет снежок, а для Краснодара это просто подарок. Я с кулак хлопьями, я вышел, мне в ухо как залепило, как будто снежком кто-то ляпнул. Поэтому давайте вместе с нами наряжать елку. Всех с наступающим Новым годом! Кому интересно, елочка Макс 2000, смотри. Называется Синди, 1,8 метра. Это я только что, ну такая вот Синди. О, что я... О, так ее можно потом еще сложить обратно? Да. Серьезно? Взяли новую гирлянду 11 метров. Видели, посмотрите в моем видео, которое я показывала все покупки в этом году, и там эта гирляндочка есть. Вот пробуем. Так. Первый этап, и вот еще одна. Как круто! Мы еще, в общем, решили докупить гирлянд. Не останавливайте даже нас. Посмотрите, офигеть! То есть сейчас мы взяли 11 метров и еще 5 метров. Всего получается 17, и хотим еще 11. В общем, это будет нечто. В этом году у нас супер елка. Очень хочется нам, чтобы было много огоньков. Но сейчас уже офигенно, по-моему. Вот согласитесь. Напишите, кто любит, чтобы на елке было куча огоньков. И куча огоньков. У нас были разные. Да, у нас в том году были желтые с белой. Белую мы в этом году не стали делать. У нас есть еще огромная длинная цветная, но я хочу, чтобы были все огоньки желтые. Мышки, вот такие у нас две мышки. Класс. Шикарный шарик. Да, мыльный пузырь.
день. Только Золушки, как из сказки. Смотрите, как круто! Донаты, пончики. Пончики, пончики. И надо же проводить символ года хрюшку. Пятачок тут у нас. Пятачок. Эй! Твоя любимая рукавичка. Да. Получается. О, такая красота. Еще красивее, чем в прошлом году, конечно же. У нас классная елка, мне нравится то, что получилось. Действительно, это даже, по-моему, симпатичнее, чем в том году появились новые классные игрушки. Фонарики, фонарики, огонь вообще просто. Очень давай. Смотрите, как классно.
Спасибо, что сегодня были с нами. Обязательно ставьте лайки этому видео, подписывайтесь на наш канал. И увидимся очень скоро в новых видео. Мы еще будем дом украшать. Так что оставайтесь с нами. Всем счастливо и всем пока-пока. Пока.